cannon fire! А вот выключим кондиционер, чтобы спокойно поговорить. Потому что спокойно поговорить мы можем о вещах неспокойных. Теперь, господа присяжные заседатели, лед настолько тронулся, что я совсем не понимаю. Приключения не только с отечественным автопромом. Приключения с американским автопромом, приключения с европейским автопромом. Что творится, непонятно. Зато в Автограде тишина и спокойный порядок. Да так и должно быть. Ребята умеют продавать автомобили. А ребята еще умеют делать сногсшибательные скидки. Ну, конечно, корейский автопром, скажем так, в моей рекламе уже не нуждается. То есть элита корейского автопрома, рамные джипы, пули непробиваемые. Ну, пули, конечно, пробьет, а вот восьмерка не пробивает их. Скажу честно. Если поискать запасные части, то они, в общем-то, не такие уже дорогие. Что касается того, что представлено в Автограде, почему мы сегодня на Кайроне прокатились, ну просто вот охота выбрать из того модельного ряда, который уйдет. Не в смысле уйдет производство там, а продадутся скоро все машинки-то. По смешной цене. Смешная цена от Автограда. Теперь держитесь, это больно, это серьезно. Это и по почкам, и ниже пояса, и по всем остальным конкурентам. А какой может быть конкурент у настоящего джипа? Ну, тот автомобиль за 1,5 миллиона, пожалуй. Так вот, сейчас финальные скидки в июле и июне месяце. Вот никогда этого не делайте, пожалуйста. Не пишите смс-ки за рулем. Вот, и не читайте прайс-лист. Но только ради вас, ребят. Итак, Сангьянг Актион. Ну, то, что я себе купил. Не знаю, зачем я его покупал в то время. За 880 тысяч рублей. Когда сейчас его можно купить за 667 тысяч рублей. Впечатляет? Так, упрощенный вариант, вариант пикапа. Ищите конкурента, не найдете 100%. Сангьянг Актион Спорт. 591 тысяча рублей. Уже стало плохо, да? Или вы все-таки наконец-таки поняли, кто вам нормальные машины продает? Все нормальные машины вот Сангьянга имеют кожаные руки, кстати. Что не встретишь на дешевых джипах другого производства, на которых руль это пластиковая баранка. Блин. Так, все, поехали. Кайрон, второй. То на чем сейчас едем? 652 тысячи рублей. Полноразмерный летающий джип. В прошлом выпуске вы видели, как он умеет прыгать. Так, ну и, конечно же, Rexton 2. Ну, цену просто... Rexton 2 это вообще почти сотка. Так, 875 тысяч рублей. Все, кто видели мое творчество, видели эти автомобили в действии, знают, что это такое. А вот Сангьянги из всех корейских автомобилей всегда имели привкус элитарности. А самый элитарный корейский автомобиль, который, ну, к сожалению, не производится в России, седаном является. Так вот, это Сангьянг Чермен. И до последнего момента Сангьянг Чермен был ничем иным, как репликой 140-го Мерседеса. Надо вам еще что-то объяснять, нет? Хотите купить настоящий джип от Сангьянга и Мерседеса по цене почти малолитражки? Если хотите, и включайте мозги, и езжайте в Автоград. Там вас ждут, и машины эти готовы. Но торопитесь, ребята, торопитесь. В августе грузовик с пряниками больше переворачиваться не будет. Там все по-жесткому начнется.